А зачем она тебе нужна? У нее зоны нету. Она вообще последний раз это шутки, шутки за 300 вот это пропускает. А, кстати, забыл нажать одну кнопочку. Так. О, а я колечко тогда одену. На, чё сказал? На, сюда иди. Ты чё такой борзый? О, это мой парень. Сюда иди. Слышь? От пацанов отстал. Вот это местные мобы. Ну, баловайся, Кирич. Это местные пацанчики. Тебе надо пнуть вот эту левую колонну. А, не будем, что ли, по правильному? Так чё? Это есть по правильному. Не, левая вон та дальняя. Чего? Нет, вот эту вот надо пнуть. А, вот эту. Мы ее не можем пнуть. А, лошь я. Даже колонну не можете пнуть. Ого. Ого. Все, полетели копья. Я бегаю, пока что-то ни до кого не добегаю. Все по плану. Ты как комментатор в футболе сейчас. Ага. Я бегу, значит, прихожу на левый фланг. У меня летят копии и стрелы, я ничего не понимаю. Я не сказал, что мне надо мох купить. Кого? Мох. Я думаю, молотов. Кто ты еще можешь ударить? Ну, можешь и не ударить. А? Не, я вообще не буду бить. Надо что попить. Страшно стало. А это типа... Эй, а куда он упал? Не знаю. Эй! Ой. Нет, нет. Так, все нормально, я тут. Камушек, раз. Че тут? Два. Сколько тут лежит? Пять. Сейчас три. Ты, по-моему, крутые камни жрёшь. Пять. Не жри крутые, жри обычные. Я жру обычные. Я сожрал, чтобы поднять. Так, чё там, туда мне сигать? Ну, да. Ну, а можешь вон ту левую колонну ударить? Да. Вон ту внизу, внизу тут, как. Тут прям. куча этих штук. Если лук есть. У меня есть лучше, чем лук. Но он, по-моему, не собьёт. А можно сделать вот так? Ой. Косой. Не косой, а чётко. Ну, не косой, а чёткий. Кто чё ест? Я. Чернее. Чё ешь? Марс. Ну ладно. Так, чё тут у нас? Вы говорите, куда сюда я сюда? Я могу, конечно, бегать. Пошли сюда, познакомишься с мобами местными. Так уже, ну, дополнительными. Новыми. Прокашки. Они очень хорошо воняют. А здесь что-то лежит, по-моему. Как жабы? Они так воняют, что у тебя оружие все рассыпется нахрен. А, куда бы. Ударь там колонну. Это срезка. Мировая. Кстати, было очень весело, когда мы тут с красным застряли. Помнишь? Да. Мы это случайно опустили. А, тут не сбалансировано ничего. О, чувак. Так, я пошел. Ну, давай. Эй, а, ну ладно, пофиг. Ну, кажется, кто-то бэкстапить не умеет. А, он когда бьет. Да. Я посмотрю, как ты танчить будешь. Ха-ха-ха. Особенно на кое-ком. Мне, кстати, вот прям не очень интересно, что там, выдержит щит хэвилла это все или нет. Ну, мой щит выдерживал. У нас чувак один упал. Не бросай своих! А, блин. Ладно. Что такое? Он потом будет слетать вниз. Сломал? Да, разбил эти штуки, разломал. Они сюда, вообще не туда пошли вначале. Зачем сюда? Мне тебе не нравится. Сюда можно пойти. Поверну здесь рычажок. Придется другую катану брать. И... это джекпот.
Эй, это мой пацан был. Не, он пуск оставить. Окей. Okay. Хороший котон сломал. А чё за у меня такой большой лук одержимых? Чё это за лук вообще? Не помню такого. Не знаю. Пусти танка! Нормальные дамагеры танка не пускают вперед. Невозможно танчить. Да, на боссе потанчишь. О, этим какашка нельзя бы, кстати, да? Ай, ну что вы, убить не можете. Ну я не могу, мне ты мешаешь. Все, я ем печенье. Пусти драконы. Печенье, печенье. А это броня или ты просто юзаешь и превращаешься? Юзаю, броню покрываю. Я ж тебе говорил. Ништяк. 100 раз. Вот, что-то лежит. Ну, по факту, ну она легче гораздо. Она самая легкая броня, которую могу носить. Ну, считай. Но и защита нормальная. Нет, я имею в виду, что нельзя, так что я вот в хэвиле. Не, нельзя. Она заменяет. И ты ее не можешь снять. Вот это вот крышу. Черепашка ниндзя, ей надо бить только. Не, жалкие пукашки, супер. Ей надо в рожу только бить, иначе дамаг не пройдет. На-на. Окей, смотри. Действительно. Я даже не успел увидеть, что это было. Похоже было на эти статуи, которые плюются. Ну да, они на ней растут как бы. Или кто-то и на них налепил. Магический болт. Так, тут надо много их повертеть. А, нет, вначале надо убить кучу лукарей. Сначала надо убить вот эту дядьку. Не, сначала надо поднять талисман Ллойда. Ты зачем меня кидаешь? Танк умирает. Танка не извините, убить. Хил нету. Уп. Какого хила? Хила нету. Я тогда пока эти штуки буду самоцветы жрать, да? А я если сразу три съем, они одновременно будут хилять или как бы так же, как если я по очереди три съем? Ну как, ты ешь, и они продолжают, больше тебя хиляют. А, ну то есть неважно, я три подряд съем или три пока... Да, да, неважно. Ништяк. Будь true, Dark Souls. Тут, тут. Кто харкается? Да, это там есть один знакомый, он тут сидит. Черепашка ниндзя. Он-то. Так. Эй, ладно, выпустите меня. Что быть? Я не могу прицелом ее взять. Ну, потому что сам знаешь почему. Не, обрался он. А! Ну нет. Вообще. Ну, все ступеньки по разрешителю, точнее. А тут лесенка наверх. Чего? А, подожди, нет. А ну, вы не все подняли. Да, надо все поднять. Чего? Ну, если тебя поднимешь, можешь сюда подняться и пропрыгать к костру. Вот это, например. О, это я люблю. Чего это, например? Тут нет ничего. Ну, стрельни у них по балетам. Ладно, я вас второго костра призовете, а то я быстренько починю оружие. Ну, сейчас уже костер будет. Ну, я быстренько, я успею. А вдруг мы умрем? Если вы умрете, я буду долго ржать. А что, только прыгать? Да, у меня катана сломалась. Да. Куда ж могу без катаны? У тебя что, лунного меча нет? Да он тяжелый. Да ладно. Я, блин, 18 интер от него качнул. Нахуя тут, не знаю. Не, я боевой маг. Подожди, а мне надо же... А переката что? Хватит? Ну, должно. Надо же переката не надо. Опа! Опа! А, я думаю, чё у меня такой мономаг маленький? Я же кольцо не снял, кольцо это. Костюм. Сейчас приду. Начинается. Блин, пати суицидников попало. Там вообще спуск костра очень жесткий. Неплохо бы восстановить заклинание и не есть траву при этом. Блин, 102 тысячи на уровень, охренеть. Чё-то маловато.
Ну я 111 уровень. У меня 240 тысяч. Ну тебе какой уровень? 244, 245. Соответственно, считай. Так, на втором костре, да? Вот, сейчас начнется нормально. Халява кончится. Ну, я так всегда буду говорить, наверное. Халява кончится, когда мы второй DLC придем, я написал. Так, мне надо я кольцо переводить, секундочку. Еще один придеватель колец. Я, кстати, забыл приодеть, у меня за это дамаг маленький был физически. А чё, кстати, это... У вас они просто убиты, поэтому я вас зову, да? Да. Не, конечно, могу еще раз, хотя один уже... Не надо горение делать на плюс 5. У меня, ну, надо. Мы, кстати, в одном месте сделали с тобой. Ну, с дракона. Да. Кто-то колечко, по-моему, не одел. Я одел. Может, не то? Да, надо было делать третье кольцо дракона. Опа, а мы тебя видим. Я тебя вижу. Ты со щитом этим посохом бегал сейчас? Ничего не знаю. Да, я его видел. Так, надо поискать получше. Вот, ну, вот там, где? Там пыльно, все, пыль там, смотри. Вот. Где красные? А, вот, пока факел не сожжешь, блин, не найдешь тебя. Что-то мы какие-то неадекваты. В смысле? Больше, чем обычно? Да. Почему? Не знаю. Что-то мне не нравится в статах твоих. Из-за этого мы неадекваты. Не-не-не-не-не-не, другое. Ладно, все. Подожди, а почему красный? У меня ж хватает ловкости. Чё он пишет, что у меня ловкость красная? Начинается. Ну не, на это... Так, чё, куда? Куда, куда? За мной! Вниз! Не знаю, куда он пошел, я пошел вот так. Я сушёный корень взял. А, тут надо аккуратненько, да. Если что, я встречу вас у срезки. Или у костра, да. Не, у следующей срезки тоже срезки. Так, стой, надо вспомнить. Надо просто не бояться. Чёрт. Я бери, fucking play. Так, напишу в конце моста, напишу. Надо было как всегда прыгать, а не по твоему варианту. Чё вы не умеете прыгать? У костра писать, да? Да нет, ну хотите, давайте я сейчас попрыгаю. Ну, да не, забей даже. Нам тоже прыгать тогда придется. Ты чё? Дракон. Ой, я костер поджигаю. Ой, я могу кого-то призвать, но не вас. Потому что я кольцо не одел. А, точно. Это я, наверное. А, да? Ну-ка. Ага, точно. Я тоже забыл кольцо. Я твой. А я надел кольцо. А у тебя не поэтому не призовут. Сейчас все будет. Пойду в Дотан играть. Тебя я вообще не вижу. С кольцом, что ли? Кольцо, с кольцом. Один. Да, один. Я его вместо красного. Если у меня башка не горит, значит я с кольцом. Качал снизу, подожду. Ладно, по вашему методу пойду. Посмотрю, дентист, как ходить надо. Там все можно безопасно. Сдурел, что ли? Ты все тут спалишь! Блин, ну где написал ты это? Сейчас надо. В углу его... костра, самый ближний угол костра. Вон там. Вот. Кто-то меня призывает. Было на тебя дыхнуть огнем просто. Так. Так что, нужен кувырок или нет? Нет, там ничего. Ну, сейчас. Стоп. Где? Вот. Так, здесь нужно просто спрыгнуть и убить чувака слева. Опа! Спокойно, спокойно. Папа рядом. Папа, так, тут. А вот тут все можно попроще сделать, чем мы сделали. Вот так спрыгивать. Все. Так мне больше нравится.
Ой, тут чувачок стоит. Ну, он этот. Он сонный. Что такое? Ой, ой, я не убил его. Я его не убил. Он такой, что такое? Там еще один. Почему они сказали? Предлагаю, ясно. Тут надо сразу на мост бежать. Чего они там... иногда, кстати, агрятся. Пойдем танка спасать. Танк, иди сюда. Там все плохо. Нормально, я... Черт. Да ёпта. Так, все, собрались, короче. Собрались, и их не убивай, все, иди сразу по мостику. Я это без кольца. Все, хватит падать. А я с кольца. Я без кольца. Я даже не человек, так что никого не знаю. Хорошо накупил человечность. 57 на сегодня хватит. Маловато. У меня 16. Ну, с учетом того, что надо пройти первый DLC. У тебя под конец столько же будет. Травы. Нет травы. Слушай, а у него же трава должна быть. Нет у него травы. Ты уж отжал? Да. Вот яда, которая? У меня штучки две есть. Нет, травы, которая регенит заклинание. Никакой нету травы, не было травы. Я даже не собирал. Блин. Тебя опять нет. Ты в углу там пишешь? Да. Да он, наверное, с кольцом. Так, наверное, мне надо торн закрыть. Не, я с кольцом. Нет, он за кольцом. Не ты с кольцом, а Антон за кольцом. Хмачи, можешь или без кольца. Закрыть. На ютюбе новый подписчик. Это да, просто старый, просто он вернулся. Здравствуй, друг мой. А, блудный сын? Тогда нет. Тогда его забанил. Может помочь атака в прыжке, и тогда кратчайший путь. Может помочь спрыгнуть? Ну, кстати, здесь не обязательно тоже слева убивать чувака. Но это надо на шустрице делать. А, мы уже били. Отлично. Да. Так, души. Ну вот он согрелся. Спаси сюда. Ну спасибо. Габриэль, нет. А, вот она. Где Зена? Шутки за 300. А, сейчас же будет прикол. Да, сейчас будет красиво. Так что пускай. Не пущу. Первым идет. Эх, отступи. Я отступил. А, это ж мой друг старый. Так, ну давайте, короче. Как-нибудь. Так, здесь лежит заклинание новое, которое тебе не нужно, но... Слушай, один выжил. Пойдем разберем его. Счастливчик. Люк. Фиксированный душ. Но надо? Не, ты, по-моему, передать есть. Не сможешь. Ну да, кстати. И это тоже. Я ниндзя. Ха. Мне... О, блин. Долго кроется. Да вообще. Я состарился. Мое святилище. Заперто! Это мое святилище, дракон! Так, стоп. Сюда, сюда не прыгать. Вот сюда мы идем. А подожди, здесь, а здесь не ключ нужен, да? Потом, да, здесь ключ нужен. Ключ. Потом мы сейчас идем. Внимание, внимание. А, здесь эти сволочи. Мы идем вот сюда, а потом да, давай я их и налево. И налево, и налево. Будешь убивать их? Может, не познакомиться с этими трушными мобами? Познакомиться их еще немерено будет. А у меня заклинаний мало. У меня мало мечей и заклинаний. Ой, какой чувак шустрый. Вот это особенно. Меня хотят убить. Тут еще очень много, не расслабляться. Там сзади еще стреляет какая-то хуйня, ловушка, что ли? Там лукарная. А, это... А, ловушка. Тетька. Ай. Тетька стреляет. Красиво. Кстати, ви наверх. У кого есть? У тебя есть этот лук? Да. Наверх вон стрельни. Наверх? Над собой, надо мной. Наверх, подними голову. Ну чё, магия казалась сильнее. А? А? Вообще, пойду под снами поболтаю. Так, что-то мне не нравится этот сундук. С полжизнями.
Где еще пацан? Тут нет мимиков. Ну не знаю, написано что. В этой игре нету мимиков. Не, бру, есть по 2. Меня жрали, не знаю. В DLC? В DLC нету. В игре. Ну больше 2, ты че? Один в железном замке, один где Лукутиэль. И еще. Сейчас помню, где. Чё не реагирует на меня? И один хотя бы. Один, там, короче, где дракон. Где дракон? Да, спит. Один. Где дракон, не помню. Где мастодонт? А, да, точно. Вот еще один. Уже 4. Попрыгай на эту кнопочку. Лифт. Алёсика. Я слишком толстый. Еще раз. Я пролезу. Да ты что? Давай сразу бегу, дай я тебя потолкну. Застрянешь там и все. Будем ждать, пока ты похудеешь. Все, я понял, я понял. Не дурак. Теперь я точно пролезу. Так, здесь надо взять крутой меч. О, это хорошо. Это который? Который мозаичный, здесь надо прыгнуть. На самом деле его нет. Слева меч или справа, не помню. Меч прямо. Ну, надо прыгнуть. Не, а вот здесь вкусняшка должна быть, где я. А, ну сбегайте. Там вот внутри. Угу. А меч порошок для починки. Ой, там прыгать надо. Ой, там прыгать надо. Вот первый прыгает. А, разгон побольше берем, да? Да ты меня отталкиваешь просто. У тебя не так отталкиваешь? Ты мне наоборот... Ладно, давай. Меня наоборот, ты за мной бежишь. Не, ну, на сладок. Я вас ловлю. Так, где... откуда отталкиваться? А, вот отсюда. Здорово! Я вас поймал. Вот здесь надо стрельнуть. Ой. И вот там надо стрельнуть. Что, надо пробить? Нет. Стреляй! Отойди, зацеплю. Я пока там с мобами побазарю. Куда стрелять-то, я не вижу нихера. Вверх посмотри. Отойди назад чуть-чуть. Блин, нельзя их парировать. Ай, гаденыш. Я все хочу их парировать. Ты сейчас, по-моему, хочешь умереть. Я так хочу парировать. У тебя так жизни плохо сейчас ушли. Ну, он отравил меня все лишь. Так, здесь стой, не торопись. Осторожно, ловушка. Да. Так. Я люблю читать. Бинокль есть у кого? Зачем? Оу. А чё, они не дохнут? А, сука, чё, не нравится, да? Почему они? А почему? А как она включается? Ну вот ты на ней стоишь. Да, на плите. Чего? А, вот это? Да, сюда встаёшь, да. Ну чё? Ну ты её сломал, походу. Чё-то надо взять. Чё, он один остался? Не дела. Даже не убил. Мозаичный меч. Угу. На самом деле такой, но не оценил я его. Написано, что он вроде травить может, но как-то я не заметил. Вот. Так, сейчас скажу. Так, мозаичный меч. Ну, вкача оружие, можешь не смотреть даже. Ну, как на меня. У меня полувкач. А, на вкача? Я тебе вот демонстрирую. О. Ну как из Soul Calibur вы Иви что ли звали? Ну у тебя он белый. Непонятно. Ну-ка,
Мне он больше напоминает на Винтера. Который они там собирали полгода, пол игры. Второго, я имею в виду. А, пойдем. Не хочу туда, не хочу выпустить меня сюда. Бум. А может пойдем к тараканам? Нет. Почему? Пойдем туда, куда нужно. Там тараканов ничего нет. В этом вся их проблема. Так. Подожди. Знакомься с самым жестким мобом этого DLC. Не иди за ним. Не иди за ним. А, я забыл! А, тетка там еще. Тетку надо бы снять. Ну хоть. Ну, хотя с теткой потом. Сейчас я сниму тетку. Нет, потом с теткой некогда будет разбираться. Не, я прошу. Чёрт. Помазал? Стой, мне надо вот за танком встать. Чуть вперед. Только не на шипы. На. Тут слабенько. Летит какая-то херня! У тебя щит хэвил, не ори. И что, он не абсорбит полностью? Он не точёный! Сказал, он точёный. Нет, у меня шапка на плюс 1, остальное всё на плюс 5, кроме щита. Так. Ты чё? Это парень такой, у которого тонна жизни. Который не будет стать спокойно, да? Угу. И не агрессивно так. Парни, вы... Уходи! Да нет, то куда вы надо мне уходить? Там таракан уже. Кстати, сзади таракан. Я давай забегу. Он все равно там геморроится. Сейчас будет этих чуваков очень много. А, нет. А если попробовать суицидальный трюк? Ну, мы делали что этот трюк в прошлый раз. Чё? Мне чё делать? Стой и жди Андрея. Да. Я без кольца. Если к тебе прибежит белый чувак, то... Не умирай. Да. Ну, это просто. Все именно так и есть. А ты куда побежал? Я хочу уничтожить их могилы, чтобы... Ну, там вся фишка в чем? У них есть могилы, которые делают их бесплотными. Если уничтожить их могилы, то они, соответственно, станут плотными. Соответственно, по ним будет проходить дамаг. Так, атака по ним тоже проходит, будет типа меньше. По них проходит, там, знаешь, сколько у тебя там, Деракс? У тебя сколько дамажит копье душ? Мало. По факту. В общем, она дамажит кучу, сильно, сильно, да, а по ним соточку всего лишь. Ну, десятую часть, по-моему, дамажит вообще урон. Я всех убил. О, могилы? Да. А тут что-то лежит на шипах, я хочу взять. Набери, я добью, я еще бегу. Я спасаюсь бегством. Привет. Я бегу. А, это было жестко. Да, но мы справились. Я бегу. Блин, а почему мы так неделю, когда мы играли? Потому что мы не знали ничего. Это было все ради трех факелов. Слушай, у меня регенерация. О, кстати, тут же есть секретный костер. Он, правда, у нас не открыт. Угу. А это уже другой вопрос. Ну да. Надо туда бежать не буду. Да я тоже, знаешь, как бы. Засали. Не, просто там слишком геморройно. Засали. Слышь, чурла. Тупые шарики не наводятся. Сейвлю. Да, магия уже, все кончилось.
А, нет, вот еще есть. Ого. С ней надо было начинать. И всего две штуки. Ну, фонтан душ. Это гейзер, точнее. Гейзер душ. Ну, это объясняет. Где идти? Ну, сейчас. А, у меня же есть подгон тут один. У меня просто моешь. У меня снова куча заклинаний. Транжира. Да ладно, это как раз то место, где ее надо жрать. Ты добежал? Почти. Я слышу лязг мечей. Ну, это меня пытались убить. Ладно, я нам выманю еще одного. Бум. Ой. Слушай, эту штуку можно, оказывается, не только перепрыгнуть, ее можно случайно перебежать. Написал. Если бежал, бежал, пынь. Перебежал и. Я без этого написал. Да я понял. Я все равно не вижу. А где? Вот тут. Может, это поможет? Печеньку съесть? Ну, давай тебе кольцо один. А. Может. Хорошая идея. Хотя нет, но я же его призывал всегда без кольца. Не за разницы головы. Но я одел. Тоже одел. Знак пропал. Пропал? Он даже появиться был. Призыв не удался, знак пропал. Тот знак, который был, значит, этот. Дроссен Хуро в этом месте пошел. Где тараканы, блин? Да, тараканы там, чуть дальше. Я к ним не ходил. Меня директор. Ты кольцо одел, да? Да. Теперь мне везет, пока он теперь еще появится. То есть это я видел, который без кольца ты делал. Угу. А кто его видел, кстати? Не знаю. Я его одел, кстати, он сразу появился. Мог пробить. Ну да. Я вроде человек. И там Габриэль все месяц кому-то. Фарм-машина. Фарм. Фармить. Ты? Ура. Убить всех человеков. Что-то я когда нормально сам играю, помираю раза меньше. Ну это Макс еще говорил, что когда ты фантом, у тебя смелости прибавляется в 3 раза. Баф на смелость? Да. Ты я. Да. Мне вот сюда, да? Тебе за нами. Ну я вижу на меня хоть. Ну вот тут лесенка. Неочевидная лесенка. Ты ему хочешь костерчик показать, что ли? Да. Зачем? Затем. Что я не хочу еще тут заново проходить. Так нам тогда придется все равно сюда пробегать. Костер открывать. Ну, у нас вроде хотя бы эти не призраки, черти. Ну да. Вообще чисто теоретически можно резко залезть на вот эту лестницу. Да. Резко выстрелить, прицелиться из лука резко. А, не, это же там, вот чуть дальше же открывает, да? Там внизу эта кнопка. Нет, кнопка здесь. Разве? Вон она надо мной. Вот она. Разве? Даже здесь написано сверху. Ну это просто написано, что сверху. Да, вон, подними голову, надо, кнопка надо мной. Да ты споришь, сейчас нажмет и увидим. Видишь кнопку там? Вот, вот надо мной. Надо мной кнопку видишь? Ну и чё? Шипы пропали. Обломался. Блин, ну ладно.
Вот еще одна кнопка, да, она тоже не это делает. Но тоже что-то хорошее. Прикинь, не вспомнил, где эта кнопка. Я знаю, она там внизу, когда дальше пробегаешь, разворачиваешься. А, это срезка. Срезка? А, да, это срезка. То есть, почему мы не пользуемся, когда открыли, не знаю. Вот ей, кстати, и будем пользоваться, чтобы открыть костер этот. Если что-то пойдет не так. Ну, да. Че за талисман Лойда, да? Он не дает эсту с врагам жрать. А че, пойду внизу разберусь. Вот сюда, ну. А, да, 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 да. Вот, вот тут добегаем. Вот сюда. И вот встречаем. Убиваем этого чувака. Кто поет? Ты с ней узнаешь. Увидишь. Встретишься с ней еще. Вы это тоже слышите? Да, это не твой персональный глюк. Ну чё? Я слышу голоса. Может, вот, походу, мне пора завязывать. Там кнопочка есть. Кнопочка. Ты хочешь ее увидеть, она вверху. А я пойду еще одну детку войну. Стой, не упади. Или вот тут нет. А теперь пойдем костер активировать. Мы, конечно, это без костра, и у нас этого костра нет, потому что мы про него не знали. Проходили весь этот кусок без перерыва. То есть сейчас мы еще и дальше пойдем, а ты вот так, стоп, здесь, по-моему, прыгнуть надо. Да. Сейчас мы придем к тому костру, который расположен очень неудобно. Для мазохистов. Я пойду на изготовку встану. Хозяин мира зажигает. Если надо так упасть, чтобы в пропасть не угодить. Вот так. Слушай, на мне он появится? Кто? Или он реагирует только на него? А, только на игрока. Угу, окей, тогда я там пока на готовку встану. Ну мы уже идем. Окей, я уже встал. А там тупик. Старый чудак пиромантии впереди. Угу. Это иначе. Сильный враг впереди, короче, осторожно, пиромантия. А мне с ним пришлось сражаться, когда он тогда Диарак свальнул. Чудак. Да, здорово! О, он же помогал мне. О, он жесткий. Чувачок! Не бэкстапится! План Б, бежим! На тебе пиромантию, на тебе пиромантию, на тебе пиромантию, вроде. А почему мы его убиваем? Потому что он нас предал. Почему? Он же нам помогал, эту змею. А сейчас он вторгнул, чтобы нас убить, раскромсать, порезать. Уничтожить, испепелить, истребить. Вот так. Че, нет никаких дверей-то? Так, а теперь мне надо... Это самое жесткое. Теперь надо мням-мням-ном. Траву. Траву. Теперь надо лук одеть. Вперед. На смерть. Назад. Вперед, потом назад. Еще лук не одел. Вот это не босс. Какой-то не тот лук. У тебя стрелка очень нет. Так, теперь... Ты не тут прыгал в эльфику, знаешь? О, не, не, это без меня. Ну нахер. Знакомый, мне они очень напоминают из первого Dark Souls. Это лангоньеры. Тираннозавры. На самом деле. Да, в задницу. 107 по анусу, а? Как дамаг? Нормально? Сейчас ему это не понравится. Походу. Ого, попал все равно-таки. Да ты чё, чувачок? Не ешь меня! Ах ты сука, а. Эх. Кажется, у меня проблемы, пацаны. Ну, нам придется открывать с тобой сейчас этот костер. Не хочу! Я тоже. Но надо. А, я еще очень неудобно месте. Спидран! Я подвел вас, парни. Да, не парься. Да я не парюсь. Тебе будет сниться это в кошмарах. Ты будешь просыпаться такой, нет, я не хотел. Простите меня. Ну что, спидран, ты точно подметил? Потому что у меня, я не буду, постараюсь не убивать этих дядек. Кого тут можно убивать?
каких дядек ты собрался не убивать? Точнее, как кого ты раньше тут убивал, когда пробегал? Эй, открыл костер. Мне надо живым до него добраться. Что? Так быстро? Да, я ж там был. Чи-ч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 и. Третье кольцо дракона. С кого вообще падает? Не помню. Ай! А нафиг оно тебя? Не убьется. В смысле, я всегда... А! Они умеют убить, тэц. Блин, опять неудачный отдел. Пам-пам. Я с ним всегда бегаю. А я тоже с ним бегаю. Я без него перекатываюсь хреново. Мне это не нравится, знаешь. А, они бегут что за мной. Ты стой, да, стал уже стоять тьмой покидаться. Меня хотят убить. А я открыл костер. Блин, а я не могу на него запрыгнуть никак. Салон, сапож. Нет, нет. Во, запрыгнул. Нет. Да, да, да. Тупые эти. Мой дом. А я залез. Меня. Я посидел у костра. А меня не сожрал лунганьер зато. Нет, тоже. Так, надо огненный меч сделать. Все. То есть блокировать бестолку, я так понял. Надо. Кого? Его, ну, да. Но захваты, если ты заметил, вообще бестолку блокировать. Даже... Ну да. О, как ты их называешь, собак. Да, собаки же ломают просто хребет. И этот лежит тоже. Всю одежду снизует. Так я там написал с кольцом. Тир, угадай, кто собаки в ДС втором. Никогда не угадаешь. Собаки? Очевидно просто. Собаки во втором ДС? Да. На это у меня есть два варианта. Давай. Первый — это собаки, которые в помойке. Так, нет, дальше. А второй — это свинюшки, которые в манжуле. Ага, нет. Все мимо, короче. Так, и свинюшки в манжуле. Ну, эти у колодца там маленькие такие. Подожди, а где у нас еще животные есть? У нас есть кабанчики, которые... Ты не за... никогда не догадаешься, кто это. Подожди, ладно, да, на вот, собаки — это животные? Погадай. Собаки — это животные? Конечно. Так, вспоминаю, где у нас животные были. Ну, мне кажется. Так, я у костра, между прочим. Я крут. Животные, 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 животные. Я пишу. Что-то я не помню больше животных. Я помню пучеглазых. Так, неправильно, дальше. Я думаю, ты всех перечислишь его в конце, наверное. Только нет, неправильно. Да, это очевидно, что это собачки. Он один? Нет. Но он перед драконами есть в клетке один. А, нет, точнее не. А, перед драконами? Бегемот, что ли? Да. Жесть. Там еще какая-то хрень есть около бегемота. Да не, я их начал называть собачками, когда в самом начале двух надо убить. До первого костра еще. Точно, я думал, что у меня перекат плохие, у меня же кольцо не снято. У меня нормальный перекат, призовите меня. Окей. Okay. Только потому что перекаты нормальные. Надо фазачек очнуть. Все, нафига оно мне? Блин, какой хороший этот костер. Знали бы мы о нем раньше. Он такой хороший, потому что он скрытый. Ой, нет, не сюда. Ну еще ты мне сделаешь. Кто поет? Да, увидишь. Я добью. Кого, труп? Нет, он еще шифрился. Печеньки. Я с вами скоро на уровень накуплю. Клёво. Я уже качнулся один раз летом. Пока вы бегали. Так. Еще у меня там просто... О, мне надо туман делать. Где мои души, скотина?
Мы сняли ему почти половину. Я горжусь вами. На! Ого! Ты не умеешь его убивать. Вот так вот. Мактанк. Хочешь, я драк. Макдамагер. Вот Макхил был бы. Нам нужен Михей. Убьем их всех. Да, что они не бессмысленную касту. Нет, они рисуются. Окей, я тебе помогу даже маги. Он разбегается. Он прыгает! Сдохни! А? Не ожидал бомбочку-то, а? Да, да. А, вот так вот, а? Поеб. А, вот так вот. Опа! Да, на, напоследок. Все, больше нет у них. Лайка босс. Ну, он что там, по-моему, пас можешь забрать, да. Слева. Ой, справа, справа. Нет, туда чешуйки драконов наружу. Окаменевшая кость дракона. Пойдем покажем сам бессмысленный костер в этом делстве. А вон там еще что-то лежит. А я сагры, наверное, его. Ладно, фиг с ним. Ну они, в принципе, слепые. Если близко не подойти. Костер! Че, будем пробегать? Да, наверное. А то заклинание останется. Значит. Бежим! Они что-то почуяли. Так, здесь не грохнуться, главное еще. Да, вот туда на. Все правильно, все правильно. Красиво бегут парни в полосатых купальниках. А они только по воде, что ли, бегут? Да. Угу. Не, хотя, по-моему, один вышел. Ну, ну. А, я думал, ты гонка. У меня нет камня сунуть. А... Что? А... Стоп, а где этот камень? Он там, где мы были. Нееет. Чеще. Мы пошли. За что? Да пойдем на срезку. Где еще? А, да, да, срезка, верно. Я все пропускал. Ой, все поднимал. Да там сундук один забыли. Ударить сюда. Пойти забрать сюда. А вот кнопочка какая. А, забрать супероружие. Супероружие. Нет ничего более суперского, чем молот кузнеца. Мне уже показали. Это как там меч называется, забыл? Двуручный меч крови дракона. Спасибо. О, звучит неплохо. Но, к сожалению, только звучит. Ну, на самом деле, неплохо так дамажит. У него же дамаг еще от молнии идет. Все, я отправил лифт наверх. Ну, 34 молнии. Мы возвращаемся. Че? Возвращаемся. Мы забыли взять штуку. Забыли взять штуку. На! Ну вы идите, я пока дракон побиваю. Это твой лучший удар. Ты умеешь решил? Я их пробегаю. Я их на себя отвлек. Бегите. А, ладно, я хотел подраться с ним. Окей. О, они еще и стреляют чем-то. Да, они пукают овешкой. Изо рта. Оно хорошо, они сюда не пролезут. Печенье, печенье. Надо у старухи еще печенье купить. Она мне, кстати, так и не пришла. Хотя она до сих пор. Она говорит, что моя пора возвращаться. Типа, когда в следующий раз увидимся, мне будет что тебе предложить. Ля-ля-ля. Так, ладно, пойдем. Эй, а ты тут откуда? А, ну логично, мы тебя не убивали. Сейчас еще один прибежит. А нет, не прибежит. Вот здесь мы забыли взять.
как ее открыть, я не помню. Сейчас разберусь. Наверху, наверное, кнопка еще какая-то. А вон сверху, смотри, что вырвало какая-то. Ну это она стреляла у нас. Так, еще кнопка. А, я вспомнил, по-моему, где эта кнопка. Она там между колоннами вот этими. А, вот какая-то. Вот она. Нет! Ай! Ой, нет, это не та кнопка. Вот она, вот она! Там чувак по мне стреляет. Ну и хрен с ним, вот она. Я сейчас вспомню. Так, сейчас я еще раз нажму. О, чуваки, камень дракона есть. Ура! Ты теперь дракон. Быть шаманом королем. Это из песенки Линейджа? Нет. Нет, это из Шаман Кинга. А. Так ты мог не узнать. Я не смотрел Шаман Кинга. Да... О, ты не знаешь песочниц. Я не смотрю детские мультики, между прочим. Что они тут делают? Почему они ушли на свои места? Придется их убивать. Ай! Там сейчас съедят кого-то, походу. Он дал нам путь. Твоя жертва не будет забыта. Пойди ты, давай. На них действует плохо абсолютно все. Даже огонь. Чисто дамаг нормально. На гребле выднатно. А это... Чёрт! Шлюха! Сам... Теперь тебя ждёт самый бессмысленный костер. Нет. Мы открыли. Нет, мы открыли. Срезка, точно. Нет, мне нужно ещё туда вернуть. Беги ко второму костру в этой локации. Ну, откуда мы прыгаем, по-моему, оттуда, да? Мне теперь надо туда вернуться. Там 91 тысяча, вы меня не слушаете! Ну иди на первый костер. Да, иди на первый костер. Самый-самый первый. Не, хотя ты можешь, конечно, взять, быстренько туда спуститься, забрать. Сейчас спустимся на первого костра. Не, от первого костра мы с другой стороны спустимся. Ему раз ошметки надо забрать. Ну, забежит с другой стороны просто. Чего? Какой костер? Где мы? Первый. Где начинали? Да. Который у вас не открыт был. Нет, который открыт. Самый-самый первый. Самый первый DLC вообще. Откуда где мы первый раз призвались? Откуда мы начали свой зверский адский стрим? Ладно. Кстати, это стрим. Ну да. Все записывается на две камеры со всех сторон. Ништяк, а я верну свои 91 тысячи допишу. Нет. Делайте ставки. Это плата за стрим. Такие ставки. А продолжение вы найдете в следующей серии. Вернули Карента свои 98 тысяч. 91, мне чужого не надо. Че там? Фокс. Еще... Погоди, погоди, какой нахрен Фокс? А, подожди, какой нахрен я? Надо я же кольцо не одел. Фокс. Одинаково мыслим. Гай Фокс. Фокс не буду призывать. Вот правильно, да, я вас понял? Прям самый первый. Да, где мы первый раз призвали, где ты меня еще раньше Габриэль призвал. Не было такого. Было. Сейчас я прибегу, пока призывайте. Да его нет опять, у него слово какой-то мелок. Пойду дракону пока мочкану. У кого? Тебя, у кого? У меня не сломанный. О, сразу два появилось. Не дал. Сломанный. Наоборот, слишком сильный. Да не тебя, тварь. Настолько яркий, что ты его не видишь. Освещает весь уровень. Кстати, смотри, если вот тут вниз посмотреть, вот здесь вот, то ты увидишь эти штуки. Ну, где мы были. Ну и где... А, призвали уже, что ли? Все, пойдем вниз. Да пошли уже, пошли.
Все будет нормально. Я вообще уже уехал. Лифт едет. Лифт едет. Это призвал, чтобы меня не... Ну, спустил, чтобы меня не... без меня не уехали. Да. Ага, замаскировался. Бей его! Нет. О, великий столбик. Сдохни! Так, все помним, да? Наша задача. А, нет, не стой. Туда тогда уж. Да, да. Еще ниже. Я вот туда. Зачем? Я выбираю, с каким лицом бегать. Пошли. Пошли, пошли, я с яйцом не поеду один. Я боюсь, сейчас блок сниму, он меня убьет. Таракан вылупится. Слушай, а мы ж на того босса потом пойдем, в конце пойдем. Ну да. Так, ну если тебе очень хочется, ты можешь пойти за своими душами. Блин. Я поэтому говорю, мог от того раз другого. Да там надо чистить, а здесь. А на другую. Что чистить? Там два на одного. А здесь всего надо пробежать и все. Я тебя прикрою. Он врет он все. Я Сагрикс. Врет он все. А не, он смотрел, даже не увидел. Не увидел. А тут не пройти. Ну не увидел. Ничего не подозревает, все под контролем. Я вас тут подожду, если что, приду на помощь. Включите, если что. Мне нужна помощь! Не слышу. Я слышу крик какой-то. Не слышу. Беги! Беги, глупец! Куда бежать? А, там, где я шут был. Беги. Все, все, все. А дальше? Хорошо, ребят. Все хорошо. Ну, там, где шут был, а дальше? Косточка. Дальше, ну. Только косточка. А косточка не сработает. Я к тебе прибежал, ты меня звал, ты я тебе прибежал. Давайте все опять у костра. Ладно, короче, подыхаю с этой косточкой. Косточку юзай. Ага. Деловой такой. Что, бесплатное, что ли? Кто мне возместит сумму в 200 душ или в 300, сколько это стоит. А для этого... Это косточка эксклюзивная. Че бабка ко мне не приходит? А, ко мне пытаются коннектиться, убей походу. Убей первого босса в игре, она придет. Какого первого? Так, гиганта. Пацаны. А? Гиганта. Что? Напиши. А, она позже. Я написал, но ты не носишь кольцо, поэтому как бы. Не, я не увижу, наверное, мелким пиши. А, точно. Это еще надо выставить, написать. Ну и побыстрее желательно. Я написал уже. Костра. Угу. Маленький мелко, кольцо крови. Какой костер ты нашел? Первый. Да подожди, только не призывай его. Да. У нас ПВП. PvP. Да блин, у меня как назло ПВПшных заклинаний с собой нет сейчас. Напиши лучше знак тоже. Мелким. У вас канак быстрее работает. Давай, 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 давай. Я замаскируюсь, я приду и типа я. Столб. Маленьким писать, да? Маленьким. Mm-hmm. Я не вижу большим, у меня босс убит. Кольцо? Где он, не знаю, короче. Да идет уже. Я никого видел, он сейчас придет. Нет, это плохая маскировка. Писал. Да, блин. Есть только этот маскировка. Нет, есть яйцо. Нет, здесь все основное. Нет, яйцо есть! Я написал. Да я не вижу пока тебя. Прямо костра. Да, проблема то, что я пока не вижу. Я вижу вон демон знак. Где? Вон же. Где? Не вижу. А, вот ты противился. Меня призывают. Я говорил, что красный-то пришел. Ну да, это глупо будет. А он может там кто-то купить? О, я же сказал.
Он тут какой-то не дольше вас может пробыть. Вон он бежит сюда. Где сидят? Я вижу его ник там. Не, вы его подманите сюда, типа, чтобы он ничего не подозревал. Нет! Только не призывальщик! Я его не вижу. Он прячется, надо выжидать. Я чернею. Не, вниз пущу, пробую подманить. Вот веселее всего, когда я был столбом. Вон он, вон он! Где? Ай! Пошел. А кто сказал, чтобы мне в пиромантии понеркали? Правильно я сказал. Я нам нужна пиромантия, хилка единственная бы, что нам пригодилась. А, блин. Пуляет. У меня жизни уже нету. Ну там мобы проснутся, нас к мобу выманивает. Да. Он к тому. Ага. На! Спасибо. Конечно. Ну, чувак, такие дела. Да, о, целый уровень, целый уровень, целый уровень. Добро пожаловать в Dark Souls. Все, мне падать? Ну да. Долг исполнен, долго ждать. Я равняюсь на целую бабки, на целый уровень есть. Я погиб, ребят. Перс ударился. Помог, блин. Ну и почему еще невозможно использовать костер, а вот, например. Так, еще. Я пишу большим знаком теперь. Крутым наваристом. Кто-то меня уже призывает. Это не вы. Так не вы. Вы так быстро не призываете. Что-то не так. У них и ники, как у вас, и броня. Кому у них? Мы вдвоем тут с тобой. У тебя глюки, походу. Вон, да, у него я вижу призраков. Ну, если ты видишь призраков, то что я могу тебе сказать? Они сидят у костра. Что я могу тебе сказать, если ты видишь? Дракон какой-то тут бегает. Да, где дракон? Не знаю, у меня меч горит в камне. Меч горит в камне. Камень мечи, может? Да, хоть меч. Сложно сказать. Ты думаешь, только у тебя такое есть? Да. Ну, хер. Пока лифт вызову. Сжалься. Блин, а ты написал? А, вообще вижу. Надо тоже что-нибудь похомячить. Да, блин, у меня все вкусно, не помыто. Апельсин? Сливы. Есть только апельсин. Маленький гнилой. Большой. Не гнилой. Скорее всего, кислый. Не, я нужен маленький. Я железный человек. Кто ты без своего молотка? Статуя. Кстати, ты кольцо не сменил. Кто я без своего молотка? А ты кто без своего молотка? А? А? Сюда иди. Я волшебник. Стоп. А, мне вставили камушек. Начинается. Ну ладно, здесь недалеко. Кстати, вот сейчас ты увидишь мобу, в чем сети я бегал одно время. Он круче сет Хэлл? Нет, не круче, но он более, ну, для меня был более оптимальным. А если все с крыши прыгнут, вы тоже прыгнете? Нет, я подожду, пока уведомление остается. А я провалюсь вот сюда, вот. Ну, не знаю. Куда? Не хочу. Да? Хотя не попробую. Вообще нет. А чего я вас тут подожду? Начинается. А, слушай, точно, мы же не вставили этот ключ. Все равно потом... Ножен ключ.
Team Fortress. Плю... Или дотовский. Хвеси ключ, блин. Кусок камня просто. Видишь, это монетка как. Куда? Куда? Слот автомат так. Вы выиграли джекпот. Вперед смотри. Вот, наслаждайся. Самый эпичный момент в этом DLC. Все. Все, пошли. Больше ничего интересного. Пошли во вторую. Ну сейчас мы же прошли первый практически. Да ладно, мы же боссов не убивали вообще. Ну да, ну они тут типа подряд практически все идут. На еще одного надо зайти будет. В смысле еще одного? Мы ни одного не убили. Не. Надо. Я говорю, что два. О, один потом. Два вместе, а потом один отдельно. А всего тут три из них. И дерево надо навестить. Дерево, да. Пока там оно фишки. Лут, лут, лут. Да собирайте лут, я-то чё. Я не могу лут с фантами собирать. Ну ты горка. Да, Андрей прям может. Прям обсобирался. Я не успел подбирать, он мой забирает. Тоже мне фантом-помощник. Надо все чудеса ниндзя проявить. Чего, где? О, сейчас падает что-нибудь. Так, нам вот сюда, да? Да, давай, прыгай, прыгай. Прыгай, прыгай. Этих будем мочить? Я думаю, иди сюда, иди сюда, разберемся. Тоже мочишь, что ли? А подождать танка. Да зачем танк? На босса. Я парировать учиться буду. Ай, я думал, ты уже. Все, сосунки. У него там хп осталось, как будто ты уже просто убил. Тут можно понажимать эти штучки. А-а-а, нет, я выйду отсюда, пожалуй. Если вы нажимаете их. Я тоже. Я там нажимал один раз. Вот разграбленные сундуки. Ага, сейчас и погребешь. Нет. А, да, там чувак сзади. А я увидел, кстати. Че ж ты меня убил, раз видел? А? Ладно, кто ты вот там? Выпусти меня. Это не равно не реагирует. Там наверху ящерка. Там надо вставать, да, на эту штуку и подниматься. Там две ящерки. Колечки. Они уже смотались, то ли. А, вот они. Вот они! Бейте эту ящерку! Не успел. Втроем не справились с ящеркой. Не успели. А, троллфейс такой сделал. О, это матч мы. Слушай, о! Вот. Ух-ух-ух. Чего? Огненное представление. Как ребенок. Ей-богу. Так а чё тут нет ничего? Кто ты или я? Я. Чувак, который с кнутом балуется, или который катается? Это не кнут, это меч дурацкий, да. Да, не дурацкий, он, видишь, я его поджёг. Тебе надо поиграть в Soul Calibur, всё, пойдем. А, ну ты играл. Он тебя даже, по-моему, на Соньке записан. Записан. Ну вот. Нет, Габриэль. Скорее бы отпуск. Угу. Так, а костер здесь или ниже? Ниже, по-моему, ниже. Да? Ниже, да. По-моему, да, ниже. Ниже. Да, по-моему, ниже. Ты знаешь. Ну, читался уже в Википедии. Да я просто поддохнул. Давай, давай, вгоним. Я не себе. В лучших традициях Dark Souls. О, что-то лежит. Оп, ловушка. Я не успел. Ага, не ожидали, а. Оп, оп, оп. Я тут, и меня уже тут нет. Ну, опять прыгать. Опа. Можно было, походу, призываем всю эту ловушку? Ну, зачем можно не прыгать? Да я понял. Я предлагаю призываться у этого костра. Перепризываться. Да ладно, чё, я фуловый. Ну ты фул, я на заклинание на босса выпадняю. Костер! Костер!
Подсказочка. Мы, кстати, оценю. Не сразу это тоже костер. Ну, я не сразу нашел. Ну, вот сколько я ему объяснял. Я сразу все понял. Да. Mm-hmm. Сколько это? Я тебе только 7 минут и 2 помогал его искать. Тьфу, мил... Смотри, мажор, не пожалел камня. Нет, надо поправить. Он такая же, как трупапки делают. Просто а вдруг я буду падать, зацеплюсь за что-нибудь, попаду в неизведанное место, и там будет, там, не знаю. Да, 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 да. Продолжение Dark Souls 3 там будет. Да, 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 да. И ты засет в компьютер. Эксклюзивное издание. Я не хочу в Dark Souls. Как это я картинку скидывал, где Dark Souls 3 и нет кнопки выход. Вы все мне ее скидывали. Да, у меня есть вторая серия. Так, как это костер называется-то? Ну, ой, центр, а что за растительный бальзам какой-то? Временно увеличивает силу, веру. Откуда это у меня вообще? Это вот падает с DLC, это новые эти шоты типа. Тут что-то новое. Так, у меня есть сушеный корень. Дерг, ты учти, я в миле пойду. Ну, в общем, кто-то умрет. О, у меня есть увядающий закат. У нас есть терританк, а он ведет в миле. Он ведет в миле. Ну не хочу, бессмысленным пуляться, бессмысленным. Чего? Призываю. Я не хочу быть тупым бессмысленным магом. Ну, спасибо. Ладно, уговорил, одену кольцо. У нас сейчас это, кстати, будет ролик, повторка. Все скажут, а, перезалили, короче. Мы же убивали уже. Да, но мы на НГ... Но мы убивали с плохим звуком, а теперь у нас... И мы убивали с НГ4+. И мы были вдвоем, а сейчас мы втроем. Эй! Хилку оставить не буду. Надо вот так как ходить. Ладно, пиромантис. Я думаю, да, так да. И брать пиромантис второе, это из второго DLC не брать. Зачем вообще тут пиромантия нужна? Она вроде на них не работает. Скелет валить. Ну, не знаю. А, это, Штормхаус, что ли? Он плохо их подамажит на, на двух плюсах, он их не убьет. Я их на трех плюсах валил. Мы ищем тебя. Ну как все, можешь снять, мне придется надевать его. Сейчас хорошо, я сам одену. Появилось? Пока нет. Ты тоже, знаешь, не видишь. Ну, я бы увидел надпись призыв фатала. Где ты? Зачет, ребят, зачет. Угу, с вами не соскучишься. И меч сломал. Его парни посидели у костра надо. И меч сломал. Секунду. Давайте перезаемся. Сейчас я кикну тут двух дураков. Так, спуск короткий. Спуск веселый. А там как говорится, вкусняшки везет, если туда прыгать, ну там... Так тогда и надо прыгать. Не, на другом месте, который слева. Ай. Ну ладно. Ааа! Я... Внизу напишешь. Я покажу пока фантом. Никогда тут не умирал. Посмотри. Спустился? Ты, кстати, узнаешь, кто тут поет песню. Но я же лучше фантома. Че, я не снимал кольца. Ну, смотри, вот здесь, во-первых, можно NPC-шку призвать одну. Лучше NPC-шки. Одна мне кольцо пока никого не могу призвать. Ну здесь вот стоит NPC, поверь мне просто. А вон тут, вон тут, вот тут, вот тут. Сейчас покажу. Призовы эпично скатился. А вот тут, сейчас. Вот тут Бенхард. О, слушай, Влад, ну давай без обид. Как бы, да. Там клёвый NPC есть, Габриэль вообще, нагибатор. У него нет лунного меча. Есть. Сейчас будет. У него настоящий. О, окей. Слушай, ну,
Тут как бы при обоих раскладах ты в пролете. Че? А чем он докажет, что его настоящий? А я со своими сравню двумя. А тем, чем ты докажешь, что это... Никто не призывает. Что-то не так. Что-то сломалось. Мы пошли, короче. Кольцо не надели, не пофиг. Надели, у него голова не, не горит. Так, кстати, должно гореть. Нет. А, вот теперь горит. Так, вот. Так не будем рассказывать, чтобы было веселей, да? Да. Только надо перчатку приодеть. Другой слот. Блин. А, нет, не надо приодеть, если что, вместе. Она пуляет, призывает, трэш, пошли. Ну, все, блин. Тебе надо, то я будет приодеть. Пошли. Гоу-гоу-гоу. Это. Пуляет огнем и тьмой. Тьмой, в основном. Огнем по нам пуляет. Она, да? Огнем она по всем. Пока она. Плевать можно сразу. Я не заслуживаю топи. Да я и не собирался. Мочите ее. Сейчас трачу все заклинания. И пойду в мили. А! Блин. Вот, переключаемся. Переключаемся. Знакомый, дядька, да? У меня есть колокольчик его. Куда? Дядя. В перерывах между ее атаками надо хилиться. А, ну. Ну да. Каких атак? Вот так. Но она все время фигачит, она не перестает фигачить. Она не будет смотреть, что ты там кого-то бьешь. Ты в принципе должен лучше на ней виси, а на этого не переключайся. А мы с этим разберемся. Так он сам на меня переключился. Ну да, у него, я говорю, у него агрессивности нет. Так, че, вниз, дай мне бежать? Да, можешь сверху призывать. А, вы же там сверху. Я даже без кольца. Даже без кольца. Я даже не человек еще. 0-10, если. Интересно, что-нибудь получится у нас там. Без кольца, я не человек. Ты кольцо делать? Так, ну я в принципе. А, нет, стой. Время объявил, если что. Ну че? Я тебе сказал, что до каких я могу. Я забыл. Я слышал такую фразу до упора. Да. Я не понял, сколько это. Ну, полтора часа три ночи. Это уже все совсем критично будет. Критично будет завтра. Слышишь? Ты у босса, что ли, написал? Нет, я у костра написал. Да, как ты к костру попал? Тебя, блин... Косточкой. Может помочь, бедная душа. Короче, фантом требуется впереди. Вот так. Это тактика на босса. Как же придется за пики. Ой, зашибись. Прикинь, я тут чувака призвал, он у меня катаны расхреначил. Вот так вот. Напополам вдоль разрубил. Напополам тебя в другом месте разрубит. Кстати, да. И не раз. Че? Да, так. Спойлеры. Меня уже раздевали языком. Кто тебя раздевал, раздевал? Ну-ка. Напомни. Ну, этот, Джабу Хат. Ну ладно, я как маг, я к нему не подхожу. Это большой камешек, еле хилит. Я не говори, я уже 20 штук сажал, блин, ничего не хилит. Влад, правда, не разрешает, так что... Даже ладно. Кольцо надо переодеть. Опа. Все, готово? Да. Размялся? Ага. Да, пока что это правильно. Оп. Блин, надо было кольцо от тьмы одеть. Уже поздно. Да понял. Видишь, сколько мы уже сняли. Отлично. Че, на меня не бьет? Интересно, правда.
Не, пока она трэш не призвала, ты даже можешь выискивать момент, чтобы ее ударить, в принципе. Я пока оставлю 7, у меня 7 КВП осталось. Так, она ТП-шится. О, я что-то понял. Это два огненных таких склинания плохих. Вот опять. Не надо большого. Скелетов призывай! Она первым скелет никогда не вызывает. Вызывает, меня вызывала. Так, теперь надо одним глазом следить за ней, да, другим за этим ублюдком. В нас! Фух, ушли. Чё, тот сдох? Убью! Ау. Танка клацнули. Не один раз, по-моему. Надо показать, что такое танк. Мастерский. Отвали, отвали. Я не хотел. Ой, у нее какие-то две штучки, я забыл, что они делают. Три. Их три. А, точно, они делают. Они убивают тебя. Биг барабу. Опять. Опять большой, что ли? Да. Да ну нафиг, блин. Че на ней по-честному дерется? Ой, не туда. Отлично. А, нет, кошка! Заградил экран! Нет! Что происходит? Это, я... пожалуй, не, пожалуйста, не вылезай. Я буду ее бить! На! Главное, предупреждай, когда она нас начнет. Она на меня пока наезжает. Я ее держу, ай! Я ее держу. Да, не хильнусь. Я ее держу. Уйди нафиг. Побежал колокол. Ну, я ее держу. На. А, что за чувак ко мне подходит? Я ее держу. Держу. Мне надо похилиться. Надо закастовать огненный меч. Танку надо похилиться. Так вот, у кого сейчас полетит, тому может пиздец быть. Чёрт! Чёрт, чёрт, танк еще летит! Нет! В танка вообще ничего не попало. А? Танк не хилится. Мастер эвейта. Танк неправильный. Да нет времени хилиться, ты видишь, со мной эти педики бегут. О, я половину. Мало жизней. Слишком мало. Ад! Жизни. Ай! Никому нельзя умереть. Умер. Зачем? Она послушался тебя. Она зачитерила. Она, блин, заблинкнула. Вот так она, кстати. Она О, человечек фигурку поднял. Так, сейчас она что-то скастует. Умри. Так, в кого? Я. Ой, поймал. Оп. Так, все, на этом не переключаемся, мы должны ей по максимуму влить. Давай, забьет. Нет! Че, нет, не забьет? Ох, ебать, я все отпустил. Я умри! Я его удар и три ее шарика с щитом поглотил. Убили? Железный человек. Ну, как-то так. Убили, да? Да. Ну, блин, мне опыта с босса не пошло. Она просто типа телепортнулась и в упор мне свои эти 4 шарика влила. Замок рушится! А, нет, все нормально. Все нормально. Все в порядке. А теперь. Ты увидишь. А вот с ним я мели не умею драться. А с ним никто не умеет драться. Мели? Вообще. У него ничего не работает, оружие в него ломается. Ой, можно я слетаю? Тот костер еще будет. Тут же. За ней. Я имею в виду перед призывом. А, ну. А, это не ваш. Слетай, слетай. Я тоже хилу куплю печенье. А я что-нибудь не знаю. А я не знаю. Ты на Маша огнем. А я вот думаю, огнем или магией. Ему все равно, по-моему, пофиг. По-моему, ты что только не проверял на нем. Тьму я не проверял. Проверяли тьму. Не проверял, наоборот. Мазались тьмой точно. А, пиромантию, значит, не проверяли. Проверяли. Ты сказал, не значит. Еще... Не, подожди, мы проверяли молнии, но не проверяли. Мы лук не проверяли, во. Проверял я. Я проверял. Ну хрен знает, ребят. Давайте я молот проверю.
Но тебе жестко с ним будет иметь на самом деле. Ему хвост можно отрубить. Но это, правда, ничего не даст. Ну, как же какой-нибудь там, не знаю, Dragon Sword. Ну, ты перепутал случайно игру. Dragon Sword прикольный. Я маг силу косил, чтобы с ним бегать. Пока не увидел лунный меч. И не влюбился в него. Так, я пишу. И не забрал его в НГ плюс. Нет, сам не знаю об этом. Да. Я написал. Да я что, я бегаю, смотрю. Так, уничтожение, но дыра. Очень информативно. А зачем я себе вожу горение, что у меня дракон не убит? А, мы проверяли тогда отчет с коннектом. О, нормально, уязвимость лошадь. Короче, я на лошадь сажусь и скачу по кругу. Okay. Агрю его. А может это он на лошади, может его надо с лошади скидывать. Одного босса мы так уже скинули. Ты с кольцом, да? Да, я пишу. Так, ну, вот, кстати, отмашки писать не было. Вот эта штука мне сейчас не очень нужна. Надо было ее заменить на что-нибудь. Иди поменять. Да не, один слот занимает. Почему я, блин, в колонну превращаюсь? Я не хочу. Во. Вот я уже видел. И это я видел. И это я видел. И это я видел. Угу. Ты все видел. Эй, что такое? Эй! Иди меняй. Испугался. Пока, Габриэль. А меня призывать не будешь? О, Андрей. Да я тут кикал одного. Сейчас меня... Да, сейчас меня Диракс призовет. Нет, я не понял. Вроде бы. Ну, по крайней мере, я нажимал. Да. Что-то очень долго. Мало, ты в первый DS все-таки играл раз долго. Он играл просто не в то время, когда мы играли. Он не играл. Ну да. Одному не так весело. Призывами еще будет по полчаса. Не пофармить на помощь. Пришлось дракона фармить. Только до утра будешь сидеть фармить тут. Это может быть даже не шутка. Кстати, я ж тут могу фармить теперь. Да, тут, наверное, много дают. Ну, много дают. Вопрос, еще. Если здесь народ, ну народ нахуй. Да, есть. Тут два знака было, пока я кольцо не... Это NPC. Ну, им будут помогать. Они меня будут протаскивать. Эй, кто Чак. Отвалился? Я, наверное, отвалился. Почему? Мне по скайпу у всех отвалился. У меня скайп так запищал, что как будто... Да, у меня тоже скайп как будто коннект переделал. Так, кто хозяин разговора? У того и вылетел. У меня потому что вообще ничего не было. Значит, Андрея. Не помню. Ты хозяин разговора. Я хозяин. Черный господин. Так. О, это я видел, какой там дракон слетает. Брр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 r Сражайтесь, мой брат. И еще, я блин, жалко, было бы эпично, если бы он ваншотнул все. Как ты хочешь попозже лечь спать? Ну, я хочу повеселее провести ночь. Ночь это загнул. Всем нам надо спать. Во сколько мы это пишем? Пол первого. Опа! Яд, зашибись. А, блин. Танк выбывает. Танк хилится. Танк выбывает.
Ура, его отшотнуло. Ну ты, давай за нас играешь. Так интересно. Это же команда. Команда? Где? Так. Сейчас, сколько у Хэвила от яда защита? Я могу сказать, что щит дракона выдерживает защиту яд. Этот яд. Да и мы-то знаем, что это. Я могу авторитетно менять. 70. Именно щит? Или да, что? Щит. Все-таки пойду слив. Я пойду. В общем, когда он летит и ядом пуляет, ты лучше не кувыркайся, а щит просто держи. Слышишь? Так, а я могу одеть щит, который 85 защиты дает. Ну, от физа у него сколько? 100. Огонь. 20. Ну, Хэвил-то получше будет. Хэвил от всего нормальный просто. Окей. Так. Тогда я могу одеть кольцо от яда какое-нибудь. Ну, блин, тут не поймешь, от яда, от огня надевать. Или от яда, или от огня, чуть-чуть один. Так, не один человек, походу. А, можешь на быстрый слот это от отравления поставить траву. На мне две травки только. Ну, я тебе дать могу. У меня 19 штук. Угу. Вы меня только вызвали? В смысле только? Только тебя. Нет, только призвал только что. Так, нет. Травы у тебя нет. Сейчас дам траву. Какого травы нет? У меня сейчас сам себе дал траву. А я думал, ты мне дашь травы. А у тебя тоже нет, что ли? Не, еще есть, но зачем? Ну, пригодится. На обмен травами. Да не, мне хватит. Возьми. Так. Габриэль, тогда ты возьми. Что вот. Это? Ну, вот оно. Это пригодится. Так. Все, все теперь все знают. Теперь мы его убиваем. Ну, мы почти всех боссов со второго раза убиваем. Угу. Ого, как далеко мои души. Первый раз он всегда бьет физ уроном, который пробивает щит. Вот этой вот атакой. И может еще одну сделать. А может не сделать. Вот сейчас не сделаю. По настроению. Ого. Где он? О, здравствуй, здравствуй. Эй, я-то тебе что сделал? Что я сделал тебе? Вот ты смотришь. Ты был мне как брат. Похоже, он разозлился. Да, определенно разозлился. Не стоило его понагибить. Куда? Эй, это все. Уп. Эй. И это все. Опять дамаг не идет. Почему? Далеко очень. Да блин, попадаю в колонну, потому что. А вот в дракона. Ну чё ж ты так? Куда? Эй, я тут. Да, как считать, да? Слушай, а как его одного одни. Тьфу. Там два NPC. Один, правда, не нужен. Все равно, одного... вот если милишник. Он, блин, на земле почти не сидит. А если сидит, то чем-то плюется. Да. Не ожидал, да? Сразу летел. Шкура. А, у него типа двойной огонь. В смысле, дыхание. Типа, в смысле, у него огонь, и огненное ядовитое. А что у него торчит? Копье. Похоже на копье, которое не разрушается. Мне кажется, это копье из хвоста у него падает. Как это у чувака
чувака зовут, я забыл. Гвинкор, Гвинкор, по-моему. Почти как Гвин. Нет. Не должен был так делать. Ем траву, короче. А что тут танка беда. Нормально все. Я сейчас просто отойду. Пошел. Надо его переагрить сейчас. Может. Ну я в него вливаюсь, пока. Хорошо, я не съел траву. Да? А я не был отравлен. Я говорю, я не съел траву, хорошо. А ты прав, надо гейзер поставить. Только копии и гейзер. Шарики тоже не нужны. Лучше. Не, ну у меня две этих больших стрелы душ. Бог любит троица. Переживай. Тактику разрабатывает. Я думаю, да, черкал лучше. Такое на доске сейчас. Да, думаю, может лучше НПС. ДПС вообще нет. Маркером черным такой пишешь там. Это нитками такими еще все скрепляет. Типа я понял, этого дракона надо дамажить. Тогда он умрет. Я в слабое место говорю. Дамага тут не будет никогда. Это босс такой. Ёб твою мать, как далеко душ. Сейчас все дальше и дальше. Мне надо как-то выбирать место, чтобы... Моя кольцо не понимаю. Вот это ты видал? Вот это видал? Видал, не видал? Поменял. Я строю. Еще и душ взял. Так, надо ко входу поближе подойти, на всякий случай. Нет. Габриэл. Опа, он уходит. А, нет, а зачем он ходит? Че это за Терренс и Филипп был? Влево, 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 влево. А, да, слушай, лучше не кувыркаться, я щит там блокирую. А вот от этого лучше кувыркаться. Да, потому что щит, он пробивает эту фигню. Острые. Рога острые. Да блин, вот эти колонны надо уничтожить. На, чё такое, а? Рожа слишком толстая, блин. Неповоротливая. Что такое? Чё-то у тебя на ноге, дай поправлю. Ай! Чуть не продают. Я вообще думаю, что если я щит не заюзаю, меня сваншотит этой фигней. 23 мелких. Что-то ай! По 98 бьете, а я просто 85. Он от маги типа здесь. А! Ну, надо было в щит вставать. Да в щите он пробьет все равно. Ну пробьет, но может выжил бы. Я не выжил бы столько хп. Да блин, не позорюсь, все нафиг. А вы теперь за, по закону полностью забьете. Не хз. На Габриэля надежды мало там было. Ну спасибо. Ну Макс, что с ним взять? Не гонь.
Чего, слили? Не, куда ему? Все, пора идти в миле, как истинный маг. Маг. Кончилось заклинание? Ну, не буду же это травмить, правильно? Это больно. Не хотите ли вы на плюс 5 убить топус? Нет, не хотим. Или на плюс 4 убить? На плюс 4, наоборот. Да. Не, у меня на плюс 4 тоже. Ну, блин, пятерка на костре, значит, у меня новая игра. Мне нужен твой хвост! Твоя куртка и твой байк. Ай. Он не любит, когда ему по ногам бьют. А чё он любит? Любит, когда перекатывается от него. Вот это чё, да. Чё за яд? В смысле, чё за яд? Там лужа стоит с ядом. Я этого не ожидал. Ни одна фляга с эстусом. На, это тебе не первый. У меня ноль фляг с эстусом. О, я еще куркнулся. О, нет, мой меч сломался. Блять, да яд сдох. Сука! Твою мать! Мы почти убили. Ну, теперь-то у нас... Мне не надо было куркаться, блин. Я думал, он сейчас ударит, а он огнем плет. Я в Маджулу чинить меч. А вы пока призывайте. Два удара осталось. Любых, с кулака даже. Итир. Мы его не теряем. Ты что-то куда-то попал. Да, я не читался. Что мне делать еще, когда вы там не сражаетесь, а я умер? Мангу читать. Ну, нельзя сворачиваться. Вот я читаю книжку. Рекламы не будет. Я написал. Я тоже. Я ничего не понял. Мне кажется, я понял, в чем причина. Так. Первый. Я бы на самом деле на минутку бы отошел. Часов, когда убьем. Если можно. А? Я говорю, я бы на пару минут отошел после убийства. Иди. А, после убийства? Да, только после убийства. Окей. Посмотрим, на что ты можешь. Бракованный мелок. Че у тебя хп тратится? У меня не тратится, я просто одел кольцо. Ну, у тебя вот полная полоска, а в конце желтенькая. Потому что я... А, на это глюк какой-то. Ты кольцо не одел, Влад? Одел, я его не снимаю. Угу. А может, это проблема, слушай? Я не боюсь, я тут дракон, мне не нужны кольца. Я больше демона плавильни боюсь, чем его. Первого. Второго не видел. Ну что такое? Опять призыва нет. Дискриминация, дискриминация магов. Мне кажется, это потому, что не в ковенанте дракона. Ладно, перепишу. Так что быть. О! Не вижу. Купился, да? Да я увижу надпись тут. На полэкрана. На стальной полэкрана кошка закрыта. Кошка спит, но она бывает просыпается, чтобы на другой бок лечь, вот тогда это жопа. Потому что на столе неудобно, отлеживаешь один бок. Я знаю, что. Кстати, не надел кольцо. Слушай. Факел зажег, сразу появился. Другое дело. У меня это... Фосфорная надпись. Так предупреждать заранее надо. Фосфорная без факела посветилась.
Нет, а? ты ее зарядил светом, а она теперь засветилась. А костра света не хватает? Да, лоховская какая-то идея. Он просто не знает, когда вы, блять, опять там. Левая отмазаться. Я ж не там, то. Левая грибка, короче. Не грибка, лучше знать, где ты сдох. Я уж понял, что он вам весь дух сломал. Эти кольца не есть. Он смеется вам в лицо. Еще мне надо другой щит взять. Че это? Хожу с неправильным щитом. Да, у нас на драконы. Ой. У меня еще какой-то рандомный щит стоит. Ну, живой. Не в ту сторону просто. Опачки, что-то мимо. Да опять в колонну попал. Еще раз. На! На! Получай! Не, не хватило по жизни. Получай! Чё говоришь? Говорю, по читам встал, все равно бы снесло. Ну поехало. Нет, не уворачивайся от моих кристальных копий. Ну блин, весь. Что это так? Влево, 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 влево. Да иди ты. Чё, не попал, на, поешь. Он завис. А вот вис. У вас какие-то глюки. Никто никуда не вис. Или пора идти. Блять. Да, пора. Меня бесит, что он взлетает. И... Рано. Или блядь. Меч. Кто ты без своего огненного дыхания? Ай! Пожуй, молния. Ну что это за там растанцевался тут? Меня пытался убить. О, хороший шанс нападать ему. Я хоть раз попал по нему? Наверное. Блин, опять перепутал. Пока туда добежим, он улетит. Танка! О, что удачно. Так, похилишь, пожалуйста. Не-не, мы тут ни при чем. Да-да-да, это все он, это все танк. Айс, как он все-таки меня задел? Ну, ага. Да меня не попал. Отруби хвост! Ну че хвост не рубится? Какого черта? Не знаю, надо его приманить. А, все, у меня. Он приманил. Нет, опять меч сломан. А что ты не поставишь себе починку на. У меня есть запасной меч, все в порядке. Так, надо похилиться немножко. Нет, только нет этот удар. Он на меня пытается. Ой, я меч чарую. Как по нём дышит? По хвосту хреначте. Я меч чарую. Да я по хвосту уже чёрт знает сколько бью, а он не отваливается. Ай. У него. Мы сейчас его забьем. А, yes. Мы сейчас его забьем быстрее, чем когда отвалится, хотел сказать. А, все поломал, все меча сломаны. Вовремя. Ребята! Да, ты зачем дракону поломал? Ну, это просто было. Да, да, да. Пошли ко мне на плюс на 4.
235 тысяч. Охренеть.